согласно поручению Кимобласти, у нас сейчас будет ночью осуществлять очистку 15 бригад и в дневное время 10 бригад. А остальным механизированным способом работа продолжается в данном направлении 24 часа в сутки. На сегодняшний день более с начала зимы 2015 года выявлено более 100 тысяч тонн снега. И еще, как известно, для нами сейчас открыты уже два полигона дополнительно, которые работают для оперативного вывоза снега. На сегодняшний день на территории три полигона. Вывоз снега производится на три полигона.